хорошо, я поняла твое мнение. Я тебя услышала. Ох. Алло. Да, привет. Даже не знаю, что ты скажешь. Алло. Да. Да, здравствуйте. Ты Иван, да, Иван, я вам звонил вчера по поводу ребенка. Да, ребенок, как это? Ну, помнишь, я тебе говорила, что... Да, ну... Да, с ней... Я хочу, чтобы... Большие сложности. Взяли, потому что ребенок абсолютно... С поведением. Неконтролируемый, невозможно. Да, в последние две недели, последний период вообще все стало еще хуже. Да, нас вот вызывали... Директору на мальчика ударила. Да, даже мальчика ударила. Абсолютно неконтролируемо. Я не вижу никаких перспектив. Вот. Еще такой вопрос. Можно ну, ли вот теперь... оформить без согласия матери? Теперь доказать, со мной что она больная? Говорит Иван. Говорит о том, что... Она не должна с нами жить. Так. А сколько это будет стоить? Ну, потому что она неуправляема, нет, потому она... что нет, не получается с ней о чем-то договориться. Абсолютно спокойно. Да, что она нас не слышит, что она неконтактная. Угу. Говорит, да, что да, теперь я думаю, нужна помощь, она должна жить в интернате отдельно от нас. Ну да, да, мы этим займемся, конечно. Ну, а какое у меня может думаешь, быть мнение? Конечно, конечно, я против. И... Да. Ну, мне надо решать, конечно. Ну, конечно это мой ребенок, конечно. Она должна быть со мной. Все и вообще, мне кажется, что это все временно, что она повзрослеет, и все это пройдет. Конечно, невозможно так существовать, так жить. Да. Угу. Хотел вас попросить... посмотреть наш случай как можно быстрее. А Иван решил, что да, я понимаю, что имеет право принимать решение. Понимаю, но хотя это вообще если не сможете, ребенок. Я смогу вас поблагодарить. Да, он это его инициатива, он 13, хочет. В 13.00 наберу вам. Да, пакет документов. Ну, ее... Агату отправить, ну, так, да, чтобы она жила отдельно от нас. Я вам позвоню. До свидания. Нет, я ему еще не говорила о своем решении. Хорошо. Хорошо, давайте позвоним.